Привет! Я хочу показать, как я плету дно вот у такой корзинки. Для этого из рулончиков от туалетной бумаги или бумажных полотенец. Для этого нужно нарезать рулончики. В предыдущем видео я показывала, как я режу рулончики. Сейчас я только покажу, как я плету. То есть нам нужно нарезать примерно каждый рулончик, я нарезаю на 8 частей. Если иногда рулончики чуть покороче, то получается на 7. С чего мы начинаем? Значит, берем одну. Так, вот вторую, как буква Т. Берем еще одну. Одеваем снизу, то есть сторону длинную, вот так вот, да? Потом идем, берем еще одну, одеваем на длинную, вот так, и протягиваем внутрь, совываем короткой. Это начало, да? Получается такая штучка. Вот. Что делаем дальше? Еще берем следующую, одеваем на верхнюю. У нас вот тут образовался как квадратик такой, да, незаконченный. Берем следующую, одеваем на длинную вверх. Дальше берем опять, одеваем, следующую в эту сторону, протягиваем. Таким образом мы делаем такую полоску, да? У нас будет дно корзинки. Делаем такой длины, какой бы мы хотели видеть дно. Допустим, корзинка у нас будет небольшая, да? Нам достаточно. И мы начинаем делать второй ряд. Сейчас берем на вот эту верхнюю, одеваем сверху. У нас такой получается незаконченный квадратик, да? Берем еще одно колечко, одеваем вверх. Протягиваем одну такую. Таким образом. Это начало на второго ряда, да? Что делаем дальше? Дальше идет немножко по-другому. То есть мы одеваем сюда. Потом мы вот одну в другую, так как у нас уже есть вот эта основа, да? Вот эту мы одеваем не сюда, извиняюсь, а вот сюда. То есть эта сторона у нас уже есть. То есть получается, с каждой стороны вот этого вот квадратика должно получиться, чтобы было одето что-то, да? Вот так вот.
То есть их тоже мы сюда одеваем, потому что здесь у нас уже есть эту одну, другую. Так вот. Так. Это короткая, длинная, короткую протягиваем. Берем еще одну, одеваем на длину колечком и засовываем в короткую. Вот так, вот замкнули, да? Дальше. Одеваем на эту. Длинную, да, так то подлиннее. Берем еще одну, одеваем на длинную и засовываем в короткую. Так. Видно, не видно, так все поправляем. Вот, я просто делала на весу, лучше всего делать на плоской поверхности. Лучше видно, да, куда что делаем. То есть одеваем на вот эту часть. Уже с этой стороны у нас есть уже что-то одеть, с этой ничего нет. Одеваем сюда. Здесь мы засовываем внутрь, так, на длинную, в короткую. Берем еще одну. Одеваем кольцо на длинную и засовываем внутрь в короткую. Дальше. Идем дальше. Так. Длинную засовываем в короткую. Дальше берем еще одну. Одеваем кольцом. Длинное весо в короткое все время. И здесь тоже берем, одеваем кольцо сюда. И здесь длинное весо в короткое. Вот мы сделали второй ряд. Таким образом делаем столько рядов, сколько нам нужно. Это будет у нас дно корзинки. Вот. В следующем видео я покажу, как я делаю уголки, да, как вот поднять корзинку вверх. То есть когда у нас дно уже нужной как бы длины и ширины, вот я покажу, как сделать углы. Вот так я делаю дно для корзинки таким образом.